І не менш резонансне питання – аеропорт. Борис Філатов назвав інформацію про будівництво у селищі Солоне передчасною. Насправді розглядаються три варіанти локації для литовища. Місце існуючого у Дніпрі аеропорту Солоне та резервний аеродром у Кам'янці. Усі три варіанти розглядають профільні фахівці, і рішення буде прийнято і оприлюднено лише після експертних висновків. Если мы говорим о новом аэропорте в ПГТ Солёна, то в первую очередь там лучшие метеорологические условия, там есть возможность пассажиропоток брать не только из Днепра, но и из других близлежащих городов. И самое главное, там есть возможность построить взлетно-посадочную полосу протяженностью 2800 метров, которая даст возможность принимать воздушные суда более как бы выше классом и более выше дальностью полета и пассажировместимостью. Если мы говорим о фактически строительстве новой взлетно-посадочной полосы в Днепре, то в лучшем случае это будет 2 км 590 метров. Есть политическая воля руководителя государства. Есть деньги, которые будут выделены уже на первоначальные проектные работы. Более того, в 2019 году эта сумма будет увеличена. То есть сейчас как бы идет речь о 200 миллионах, естественно, их не хватит. Но тем не менее, на первый этап это даст возможность сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Месторасположение не определено. Я думаю, оно в ближайшее время, скорее всего, до конца года, будет определено и доведено до средств массовой информации и до жителей территориальной громады. Самое главное, что мы можем сегодня с четкой уверенностью говорить о том, что новый аэропорт в Днепре будет.